Всем привет! Только стоило мне уехать на пару дней на побережье океана в Нью-Джерси, как в городе начался бардак. Нельзя оставлять город без присмотра. Марши протеста, поджоги полицейских машин, стычки с полицией, перекрытые улицы. Ну вот прямо сейчас смотрю, что происходит в разных районах города. Везде тысячи протестующих, которые куда-то выдвигаются. Джексон Хай. Это вчерашние дни. Ну вот это сейчас прямо. По всему городу реально. В Бруклине, в Манхэттене огромное количество манифестантов. Думаю, что сегодня к вечеру тоже начнется эскалация. Сейчас поеду, сейчас стою на мойке, машина вся грязная. Помою и поеду на Манхэттен, посмотрю, как это выглядит своими собственными глазами. Ну, судя по тому, что в небе летает вертолет, где-то впереди манифестация как раз. Ну и показывает Citizen, что там скопление людей. И, соответственно, сразу зависает вертушка нью-йоркской полиции. Я думаю, что ее на видео должно быть видно. Вон она в небе висит. Ну, дальше пробка уже какая-то из автобусов и прочего транспорта. Мы решили идти пешком. Чёрч-Эвеню, сердце из Нью-Йорка. Райончик еще тот, конечно. Ух, вон вертушка висит прямо над всем этим. Как говорит, разворачивайся, там протестующие, не проехать. И тут же девушки с плакатами двигаются. Там, видимо, людно сейчас. Автобусы просто встали. Автобусы никуда не едут. Сейчас проходящие чуваки просто кинули бутылку в машину полицейскую, вот в эту. Если копам достанется точно. Какая-то местная церковь. Прямо с прицепом. На каком вообще языке она говорит? Я что-то не очень понимаю. Точно не английский. Она дьявола вызывает, мне кажется, у нее так это звучит. Все, понеслась. Уже стали на машинах писать баллончиками. Сейчас тут копы начнут под раздачу попадать. В полный рост. Гуще событий. Низко летает, блин. Давайте вспомним про социальную дистанцию. Кого вы защищаете? Скандирует толпа. Копы встали в боевой выкладке все. Протестующие хотят дальше пройти, а копы их здесь не пускают. Какой-то момент все закричали: разворачиваемся, дальше не пройти из-за того, что копы перекрыли. И пошли в обратную сторону. В этом раунде полиция победила, но я думаю, что их сегодня атакуют в каком-то другом месте. Это не конец. Вот так вот.
Вот из-за такого начинаются потом. Если ты белый, не кидай. Кидал черный. Какая разница, кто кидает? Он, блин, мудак в любом случае. И провокатор хренов. В ответ может прилететь слезоточивый газ. Уже сами протестующие начинают между собой ругаться. Прикольно, у них на плакатах написано, куда обращаться в случае ареста. Ну все, можно двигаться дальше, здесь закончилось. Это всего лишь одна из точек. Я сейчас смотрел на Манхэттене в трех или четырех местах примерно такие же скопления людей. И где-то сегодня рванет точно к вечеру, когда потемнеет. Сжечь все лучше в темноте, оно красивее, чем при дневном свете. Поэтому, я думаю, нас сегодня ждет что-нибудь обязательно. Но не здесь и не сейчас. Что-то началось, все побежали. Блин, я там машину запарковал, дурачок. Вау! Они пошли сжечь полицейские тачки и бить их. Твою ж мать! Сейчас пипец будет машина. О, жесть какая! Твою мать! Хорошо, я в Бруклин заехал. О, кошмар! Все, уже вяжут людей. Правильно делают. Но не мудаки, нет. Пипец. И сразу показывают, что... Все, сейчас... Сейчас может в голову что-нибудь прилететь, блин. От какого-нибудь дебила. Black Lives Matter, блин. Охрененно это поможет. Начальство в белых рубашках. Тут же вертушка прилетела, и дрон летает еще сверху.
теперь вечеринка. Медики. Вот. Подготовился и к ковиду, и к атаке с раздражающим газом сразу. Они вчера пытались в автобусы городских вывозить арестованных, а водители отказались это делать. Потому что у них уже своих машин не хватало, они 70 человек повязали и грузили их в автобусы. Я не знаю, что они сейчас делают. Но внутри нет арестованных, внутри копов. Может быть, они просто расталкивают автобусы, чтобы можно было пройти и проехать. Блин, адреналинчик-то скакнул в крови, когда все это началось. Бодренько так. Подожгли еще одну машину полицейскую, которую стояла, которая мимо проходил. Блин, это только людей заводит, такая хрень. Да, горит полицейская машина. I'm over here trying to be peaceful, goddammit. And you motherfuckers out here burning shit up. Кто-то кинул в копа бутылкой, попал ему в голову, блин, того окровавленного оттащили. Сейчас замес будет, пиздец. Сейчас будет замес. Народ говорит, сейчас взорвется, отходите. Твою мать. Скорая за копом приехала. Все отошли. Копы первые. Сваливаем. О, блин. Я не знаю, что у меня за видео будет. Народ специально руки поднимает и лезет в гущу. Тоже журналисты на горяченькое слетелись. Thank you.
Оля! Оля, Боссис! Оля! Коч оф Боссис! Коч оф Тек Сокерс! Оля! Оля, вон так и! Они с вертолета все это снимают, полицейские, потом чуваков, я думаю. Блин, это проблема. А, следующее. Черт, у меня там машина запаркована прямо на этой улице. О, как? Вот человек, которому хорошо и спокойно. Сейчас такая ситуация, конечно, когда обстановка накалена сама по себе. И любой искра, видите, при его какой вспышке. Потому что, ну, по большому счету, никакой предпосылки для этого, такой реальной, я не вижу. Можно обойтись без поджога машин, без грабежей, без вообще без насилия. Протестовать надо мирно. С другой стороны, когда вас не слышат, люди переходят в такой форме. А их долгое время не слышали. Все, ситуация пока успокоилась. Все, опять вошли в контакт. Мерси, Мерси! 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 God, we need your mercy! We need your mercy, God! We need your mercy! We need your mercy! Oh God, Hallelujah! We cry to you, God. We cry unto you, oh God. We cry. We cry unto you, God. We cry. Oh, help, Lord. We need your help today, God. Jesus. Ну все остановилось до следующей провокации, я думаю. Как только кто-нибудь следующий кинет что-нибудь в копов, и не дай бог какой-нибудь коп еще пострадает, начнется новый замес. Тут некоторые ребятки, видно, прям готовы к погромам. И оделись соответствующие. Профессиональных погромщиков можно, кстати, вычислить по тому, как они одеты. Потому что большинство людей, оно пришло с плакатами, оно там не закрывает лиц, масками особенно. Есть чувачи, которые чуть ли не в банданах ходят с двумя дырками. И их идентифицировать невозможно вообще никак. Поэтому кто-то, наоборот, все это раскачивает, чтобы потом покормиться немножко от беспорядков. Есть какие-то девочки, которые искренне во все это дело верят. Активисты. А есть реально люди, которые просто ждут, когда рванет и пойдут решать свои проблемы. Таких на самом деле, ну не то чтобы много, но немало точно. Кому-то просто весело, кому-то нравится адреналинчик. В общем, я могу подтвердить, адреналин нормально так в кровь идет. Так. Начался следующий раунд.
Чуваку что-то в глаза прилетело, он промывает их. Только что кирпич прилетел вот такой вот издалека. Поссать никогда не мешает, правильно? Не надо себе носить лишнее. А, пошла. Господи, что это такое? Тебя сейчас сожгут ни за что. Чувак, зря ты на такой машине здесь ездишь. Ну, нам говорит, сваливай отсюда быстрее. Блин, уроды, а? Так, началось наступление. Сейчас бы в голову не прилетело что-нибудь. Пошел свисточевый газ. Пошел газ. Твою мать. Don't touch him! Don't touch him! Истерички, белки истерички. Конечно, это тактика хорошая, кидать камни, потом наезжать, потом руки поднимать. Копов. Я считаю людей, которые кидают камни в полицейских, уродами, которые хотят насилия и крови. Ничего другого больше. Никаких других целей они достичь не хотят. Ой. Так. А машину-то я не перепарковал. А бегут-то они в ту сторону, где моя машина. Полицейский такой меня нежно обнял, говорит, I'm sorry, you get hurt. Охренеть. Yeah.
Вообще звездец какой-то. Меня первый раз? Я такой первый раз вижу. Нормально. И думаю, не последний. Что-то не подсказывает. Месяц обещали. Месяц обещали такое повторять. Жесть. Ну, тактика. В первые ряды девочки с поднятыми руками. Сзади люди кидают камни в копов, а потом кричат: не стреляйте в нас. Молодцы. Охренеть. А что копам делать? Камни в голову получать? Мне вот интересно. У тебя очередного полицейского раненого забирать сейчас будут. Стоят за окопами, реально опасно для здоровья, даже для жизни, наверное. Интересно, что они будут делать дальше. Как бы конфликт не исчерпан, он только... Они так делают. Сейчас начнется. Вот урод с камнем. Смотрите, что делает. Взял камень и в лобовое стекло машины. Одни стоят с поднятыми руками, а другие вот этот. Ему весело, ему нравится все. Он кидает камни. А страдать придется потом другим. Так, пошла движуха дальше. Отступаем. Сейчас будет замес. Что он творит-то? С такой скоростью рванул, что я думал, что он кого-нибудь задавит или собьет. А камера это не записала, я не успел нажать. Надо идти машину спасать. Все, сейчас надо куда-то отсюда сваливать. Сейчас все ломанется сюда. По космической скорости. Фу. Это жесть, блин. Фу. Сейчас сюда все прилетит. Надо как минимум убирать машину. Вот стоит, видишь, чувак, смотри. К погрому готов называется. Фу. Полиция здесь что-то разбирается. Рядом с полицейской машиной вообще стоять нельзя. Первая цель. Направо давай. Направо. Давай. Так, а куда свалить-то? Никуда-нибудь. Красный уже не работает. Красный отменен. Какой красный? Нет, зеленый. Так, надо куда-то подальше свалить, парковаться и идти обратно. Ну да. Фу. Я предлагаю квартала 2 туда вперед. Да, я думаю, что туда они не пойдут. Они, скорее всего, по большой улице. Но они туда не пустят по этим улицам, где жилые дома. Да, сами пойдут, копы. Сами не пойдут, просто два квартала будет нормально. Я думаю, что там весь замес сейчас будет как раз на Чорчевине. Неожиданно, неожиданно. Я понимаю, что они собираются. Слушай, такой адреналин в крови, блин, знаешь, как бы, когда дома сидишь в самоизоляции, а тут такой вообще просто в вену тебе. И ты побежал. Камни летят, блин. Копов бьют, можно что-нибудь сжечь. А когда еще такое можно будет сделать? Прикинь. И да, и типа сейчас чувство безнаказанности всего от этого. Фу, блин. Уроды редкие, просто уроды. Я надеюсь, что видосом их всех переловят, потому что это вообще, это такие люди в городе не нужны. Это ненормально.
это просто отморозки. Особенно, которые провоцируют все это, кидают камни, уходят сразу же назад. Потом все эти долбанутые девочки, блин, ну, да, на голову совершенно больные, которые там стоят с плакатиками. Но они еще кричат, белые вперед, то есть ты думаешь, что белых... Ну да, типа, белых бить не будет. Чувак просто по встречке сваливает. Нормально. И паленым пахнет, чувствуешь? Ага. Что-то зажгли опять. Ну да. Знаешь, лучше прозевать. Народ поехал просто по встречной полосе, оттуда все сваливают. Лучше прозевать то, что там они там жгут, чем ну, да, видеть, как горит твоя машина. Я согласен. Мне... Блин, там впереди грузовик, сейчас все заблокируют. Угу. Они... Поехали! Уходим отсюда, пока живы. Да. Такое ощущение, что мы горим, блин, так воняет сильно. Да, огонь хороший. Что-то рядом совсем подожгли. Я думаю, прямо надо. Мне кажется, ну, да, не знаю, там как-то... Пробка, плохо? Ну, ну давай, как-то давай, не весело там, ну, давай налево. Налево и тогда... Ну да. Фу. Если здесь есть место, мы сейчас здесь встанем и вернемся туда обратно. Гидрант, хотя на гидранте сейчас можно стоять. Всем до барабана. Ну, стендинг и не тайм. Вон, туда отъедем. Да, еще вот следующий блок и там. Буквально квартал в сторону отошли, нашли парковку, отошли в сторону, тут вообще обычная жизнь, люди сидят на тротуарах, ну кроме вот звука вертолета в небе, вообще никакой разницы, аптеки работают потенциально, в общем, совершенно другой мир, люди даже, наверное, не знают, что тут за углом творится. Чуваки перепарковались? Да, недавно парковки не было, сейчас мы не одни такие умные, просто все свалили. Вот, народ держит руку на пульсе событий. Ага. Просто вся улица. Причем здесь парковка бесплатная. Явно она запружена, потому что на соседних улицах вообще не встать. Да, пожалуйста, паркуйся, не хочу. Тишина, женщина гуляет. Вертолет, кстати, улетел. Что говорит о том, что, наверное, там все стихло. Не знаю, сейчас посмотрим. Или пепелище будет, или они куда-то в другую сторону все уманулись. Но он так улетел далеко, его вообще. Ты да, его слышишь? Сейчас рассеет толпу просто и все. Разорвут ее на части. Тихонечко все начнут шкериться, кого могут, повяжут. Тактика такая. Ну да, ребята опытные в этом плане. Так, ну отсюда всех разогнали. Мы были на этом квартале. Это скорая приехала за полицейскими пострадавшими. Так, ну тут движуха не закончилась. Если там играет весело музыка или уе, там дыма, по-моему, подожгли еще одну машину. Ну, здесь была битва за правку спидовой. Копы, по-моему, эту территорию отвоевали. А вот дальше там пошел. Откуда я убрал свой минивэн как раз своевременно. Праздничное настроение, я бы сказал, на улице. Все радостные. Ну да, копы теснят. Блин, только за ними идти опасно. Прилететь может прямо в голову. Зачем-то выливают молоко, которым глаза промывают, чтобы... А, они сейчас будут слезоточивый газ, видать, фигачить. О! Чуть не упал. Все живо, все нормально. Да, я тоже вот переживаю. Я думаю, что сейчас будет... Да, вон они пошли теснить их там. У Шелла в заправке. Блин, за копами идти опасно. Вон, взорвалась машина, загорелась. Это надо стопить дыр! А, твою мать. Ой, я чувствую, жесть я еще впереди. Сейчас он... Кровь вскипит.
Дедушка. Блин, машины взрываются. Какая жесть. Ух, нафиг, уходим. Кризисная команда полицейская. А, это они сожгли ящики с газетами. Это не машина, это ящики с газетами. Мусоркой они зажгли. Фу. Мусор. А там они зажгли машину. Блин, она так орёт, хватит стрелять, как будто их просто расстреливают каждый день. Ну и годик начался, 2020. А можно уже закончить его и следующий? Чё-то я как-то... Мне уже это все не нравится. Ну что, у нас очередной раунд ожидания чего-то. Видимо, финальные схватки. Вертолет всех снимает, по кругу летает. Ну и здесь тактические подразделения группируются за заправкой. А вот с той стороны как раз стоял минивэн, откуда мы свалили с первой космической скоростью. Это было там. Так, пошла движуха какая-то. Они кого-то выдернули, да? Выдернули, арестовали. Сейчас унесу. Человек, доставляющий еду, приехал поснимать видео. Сейчас голову получит кирпичом, и на этом доставка еды закончится. Чувак на заправке. Такой думает, зачем я сегодня на работу вышел. Зачем я сюда устроился? Кто меня? Говорила мне мама, иди автобусом води. Хотя с автобусом тоже все не сладко, он там один встал. Пожарные приехали ровно туда, где стоял мой минивэн. Вот прямо там он стоял, а рядом стояли копы. Судя по тому, что приехало две пожарные машины, что-то там хорошо подожгли. Вот сюда, вот сюда.
Chamberlain, you motherfuckers, huh? Huh? Don't take me stab for killing motherfuckers. Fucking devils! We don't talk to devils! We don't talk to devils! Чувак белый, во всем черном. Закрытые очки, бандана. Даже перчаточки одел. Кроссовки, чтобы быстро бегать. И громко орет. И убежал быстрее всех. Чувак говорит, я вас люблю, они его посылают, обзывая белым, черным. Сегодняшний день с точки зрения разрушений и порчи имущества, по-моему, рекордный. Сколько сожгли машин? Полицейских? 3. Ну, то, что я видел. Вчера было, по-моему, 2 всего. И эти же люди не успокоятся, пока они все не сожгут что-нибудь посерьезнее. Вот городской автобус, например. А кто будет покупать полицейские машины на чьи деньги? Автобус кто покупал? Журналиста сразу в номер. Не теряя время. Вот еще одна сгоревшая полицейская машина. Я еще снимал только что на прямом эфире Фейсбука. Ну, вот местная достопримечательность. Вон поддержка едет. Куча машин. Сейчас будет финал, похоже, всей этой оперы. Полицейскую машину сожгли. Новенькая машина 2020 года. Нульсон. Купленная за бюджетные деньги. Которые поступают из налогов. Которые платят жители этого города. Чтобы полиция охраняла их порядок. Я понимаю, что к нью-йоркской полиции много вопросов. У них реально рыльца в пушку. К ним есть претензии. История с удушением была такая же в Нью-Йорке несколько лет назад. Когда полицейский применил удушающий прием и убил чувака. В итоге тот умер. Но то, что происходит, никак это не оправдывает. И точно не стоит того. Это вандализм, это грабежи, это насилие. Но это не имеет никакого отношения к протесту. Я так считаю. Вы можете считать иначе. Свободная страна. Так, сейчас будут перекрывать все улицы. Тут нужно свалить вовремя, чтобы не попасть под раздачу. Они блокируют все кварталы. С автобуса людей согнали. На крыше сидели 4 чувака. Полицейские отцепили автобус, что правильно. Вообще не знаю, зачем он сюда приехал, конечно. Нужно было в автобусе вообще не загонять и перекрыть улицу раньше. Видите, они на удалении встали, чтобы было их не видно. Приехали причем микроавтобусы. Фу. И народ сваливает на машинах. Подвезли оборудование. Back! 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 Back!
Так, опа, уже все, потеряли берега. Чуть не получил. Блин. Но они теснили к жилым кварталам, и чё? И чё теперь делать? Ну, это так просто не закончится, блин. В итоге копы начинают становиться агрессивными, бить людей. Люди агрессивнее становятся еще больше. В итоге накал страстей только больше. Город сходит с ума потихоньку. Да, они же вывозят сожженные машины. Это, кстати, не те, которые здесь были. Это где-то в другом месте была заваруха. Трындец, что творится. И мне в комментариях, вот сейчас я выложил стрим в Фейсбуке, и люди это оправдывают. Пишет, вы не понимаете, задушили полицейских людей. Я все понимаю, но это не ответ. Насилием отвечать на насилие нельзя. Будет только больше насилия. Вот сейчас все разозлятся, заведутся, начнут избивать людей, журналистов, просто прохожих. Что будет от этого? Кому станет легче? Блин, какие-то уроды кидают бутылки издалека. Находиться с копами просто рядом опасно. Белые девочки, приличные. Fuck 12. Полицейские машины бросают. Можно с ними делать, что хочешь. Так, возвращаемся обратно на поле битвы. Ну да, это машина, еще с другого участка вывозили. Это так стоит. Ну все, все зачистили. Они разбежались куда-то по боковым улицам. Но здесь все закончилось.
Думаю, что сейчас какие-нибудь единичные будут гасить проявления. Только все закончилось, и, по-моему... Окей. Все. Ну, блин, когда же они успокоятся-то? Девочки беленькие написали, что свиньи, а не полицейские. Ё-моё, страшно, блин. Люди на машинах такие, ну нафиг. Фу. Ну, когда на тебя бежит толпа полицейских и толпа людей, включается уже рефлексы, блин. Судя по тому, что в новостях пишут, что это сейчас происходит не только в Нью-Йорке, а еще в куче городов, у Белого дома цветочивый газ уже пошел, то, конечно, блин, в этой стране что-то совсем не так все происходит. Казалось недавно, что хуже ковида ничего быть не может, блин, и вот тебе на, какой-то начался просто беспредел. И это не конец истории точно. Сегодня это не закончится. Я думаю, что это, во-первых, будет до утра, и думаю, что завтра все будет еще жестче. Люди почувствовали вкус крови, и это плохо. И полиция, кстати, тоже. Они все, в общем, милые ребята по жизни. Но они перестанут такими очень скоро быть. Так, подкрепление приехало. Едем в сторону Манхэттена. Тут нас гоняют пожарные, полицейские на бешеной скорости. Движуха в городе разрастается. Что-то разбросаны здесь все эти заборчики. В общем, чувствую, сейчас на Манхэттене тоже будет весело. Так, из одной жопы мы выбрались, по-моему, приехали в другую. Вертолет летает над нами. Где-то над нами. Здесь какие-то опять люди собрались. И здесь же полиция. Что здесь случилось? Да, разрисованные машины тоже здесь все. Здесь была очередная заваруха. А это, кстати, те же. Они везде пишут это. А, кстати, да, это те машины, которые неслись. Это те, которые вот эти... перемещаются между районами. Да, где начинает какая-то жесть, они сюда едут. Какая-то зона боевых действий сегодня, Нью-Йорк. Ну, здесь, видимо, все разогнали. Вертолет улетел. Да, здесь тоже. Здесь вот они расходятся. Кого-то они догоняли здесь.
То есть это была вторая точка. Толпа шла все баррикадами, видишь, заставлена. То есть здесь была какая-то тоже заморочка, да, поломаны знаки, навалено этого. Валом. Тут еще асфальт сняли. Еще и машину они подожгли. Было написано, что горящая машина на мосту. И толпа идет прямо по проезжей части, поверху. Вон, перевернули знак мобильный. Да, тут хорошо было, весело. В городе сегодня очень весело. На 14-й полиции тоже армия целая собралась. Судя по всему, здесь тоже было все серьезно. Но здесь все то же самое. Побитые машины. Смотрю, народ тоже оторвался. Ну и продолжает отрываться. Вон, все впереди хорошо. 14-я улица Манхэттена, Union Square. Скорые кого-то вывозят. А, тут какой-то сидячий пикет. Ну хотя бы не фигачит полицейский. Ну, все подступы к Union Square перекрыты полицией. Я думаю, что мы на площадь на саму даже не попадем. Мы уже поздно приехали, но здесь, видимо, свои были отжиги. Ну, у нас в Бруклине были свои. Сейчас обойдем по кругу. Я думаю, что полиция уже все зачистила. И просто разогнала всех. Как и там, как и в Бруклине. Тактика точно такая же. Зачистка территории. Рассеивание толпы. Полиция, кстати, очень оперативно вывозит свои побитые машины. Вот я шел туда. Машина еще стояла. Ее уже нету. Ну, в общем, правильно. Это делают для того, чтобы у них воспаленные умы не восхищались сделанным и не шли повторять дальше. Ну все, я двигаю домой. Я думаю, что ночь еще не закончилась. Мне надо то, что я снял, отмонтировать, выложить. И жить дальше, уже снимать следующее. На сегодня все. Мне в комментариях в Фейсбуке к стриму задали вопрос, на чьей стороне. Я на стороне наблюдателя. У меня позиция простая. Я против насилия, против грабежей, поджогов. При этом я понимаю, что в Америке реальная проблема с полицейским насилием. И все это вспыхнуло совершенно не на ровном месте. Но только реакция, конечно, ну, чрезмерна. И насилие порождает исключительно насилие. Поэтому я считаю, что протест должен быть все-таки мирным. Ну или не причинять вреда жизни и здоровью как бы окружающих людей. А тут страдают не только полицейские, страдают все. Это неправильно. Хотя я не могу сказать, что я на стороне полиции или на стороне протестующих. Тут хороши на самом деле все. И полицейские нью-йоркские, которые своей работой, в общем. Ну, отчасти заслужили такую реакцию людей. Если же все было хорошо, вы же понимаете, что люди не идут и не фигачат полиция, потому что она милая, белая, пушистая, а им просто скучно и нечем заняться. Не идут ее фигачить, потому что к ней накопились вопросы. К властям и прочим. Конечно, сейчас полыхает по всей стране. Сейчас в новостях пишут, что у Белого дома там чуть ли не штурмом его берут. Со слезоточивым газом все это происходит. Ну, в общем, веселое у нас время очень. И неожиданные такие повороты судьбы.
американские горки, как я уже говорил. Все, сегодня прощаюсь. Спасибо за поддержку. Лайкайте, комментируйте, пишите. Скоро продолжим. Я чувствую, у нас тут недостатка в событиях в Нью-Йорке и в окрестностях. В ближайшее время точно не будет. Все, я погнал. Уже 12 ночи, надо еще все это сделать. Пока.